Його професіональний рекорд. Дамы и господа, прежде чем будут оглашены результаты боя, давайте поприветствуем боксеров. Итак, в этом поединке победу нокаутом в третьем раунде одержал Сергей Рябченко. Твой бой, 15-минутный перерыв. Соперник сам по себе тяжелый, хороший парень, стойкий. Но смысл в том, что было его видео, он был разобран полностью по полочкам. Я знал атаку, да я что с ним делать полностью. Как бы я знал его защиту, я знал его удары, что делать, как с ним работать. Я был к этому полностью готов. Сергей, ну следующий шаг в бой, кто следующий может? Я не знаю, но вроде говорят, что следующий бой уже будет титульный. Загадывать не будем, хотелось бы с удовольствием. До осенью за титул Европы в стране входящих в Евросоюз. Буду готовиться, сейчас надо отдохнуть немного. Не знаю, мы сегодня буду готовиться. Его профессиональный рекорд. 9 боев, шествующий чемпион Грузии в легком весе Георгий Мчедишвили. Андрей Гулякевич. Формула боя 6 раундов по 3 минуты. Давай, двое! Давай!
А сейчас разрешите зачитать счет судейских записок. Итак, судья Константин Канцерев, 54-60. Судья Михаил Бакатура, 54-60. И судья Дмитрий Якубчик, 54-60. Таким образом, победа по очкам, единогласным решением судей, одержал боксер в синем углу ринга Сергей Гулятевич. Автокаузапад окажет помощь в покупке или продаже вашего авто.
Thank you.